У меня такой вопрос. Сейчас выбор стоит между тем, чтобы... Три варианта. Первый – закрываться. Второй вариант – это строить рофл-команду, где Райзен весь сезон будет играть в воротах. И третий вариант – это продолжать именно бороться за какой-то результат и продолжать заниматься тем, чем мы сейчас занимаемся. Ну, мое мнение такое, что надо быть честными с самим собой, что медиа-команда, исключительно как медиа, где будет там 15 человек рофлить, я вот сейчас посидел вчера с Сипсканой и там, с остальными, и я понимаю, что в принципе это никому тоже нужно не будет. Чисто футбольный проект, он как будто бы тоже не нужен. Вот